أيضا يقول من أحسن ما يكون في تعليم الصغار الصلاة. Самое лучшее, чем мы можем воспитывать наших детей, это молитва. لو تربي الولد على الصلاة. Если, говорит, ребенок будет воспитан на молитве, حياته كاملة بإذن الله تنضبط. طبعا هذا بعد التوحيد. То есть тогда вся его жизнь, говорит, будет в порядке. То есть, ну это с условием, что это после того, как он познает, что такое توحيد. وهذا معناه أن الأب يصلي الصلوات المفروض الخمس مع الجماعة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. То есть и поэтому отец должен совершать пять молитв в джамаате, как Аллах говорит в Коране, то есть приказывай семье молитву и терпи на этом, терпи на нет. لأن الصغير الآن إذا نشأ على محبة المسجد المحافظة على الصلاة المفروضة بإذن الله يتبع هذا كل خير. То есть если, то есть ребенок будет видеть это и будет следовать за этим за отцом и приучится к джамаатской молитве, тогда он берет себе все благо. تختار له أم صالحة. То есть также ты должен выбрать для своих детей праведную мать. تكون أنت قدوة صالحة. Так, чтобы ты был для них, чтобы она была для них хорошим примером. تريد أحفظ القرآن تحفظ أنت أولا. То есть если ты хочешь обучить их Корану, сам начни изучить Коран. لماذا عندنا الأولاد الآن يلعبوا بالهاتف؟ لماذا؟ Почему, говорит, наши дети, говорит, на сегодняшний день играют в телефон? لماذا كل الأولاد يحبوا اللعب بالهاتف؟ Почему все дети любят играть с телефоном? ما السبب؟ Какая причина? لأن الوالدين يلعبوا. Потому что его родители играют в телефон. ولد يصنع مثله. Он хочет быть похожим на них. ولا الأب يصلي تجد الوالد يصلي. Если, говорит, видишь, отец молится, то и ребенок тоже стоит рядом с ним. الأب يحفظ الولد يحفظ. Если ребенок будет видеть, что отец заучивает, и ребенок будет заучивать. الأب يشرب دخان الولد لا بد يشرب الدخان في الغالب. Если, говорит, отец курит, то чаще всего ребенок тоже курит. الأب لا يشرب الدخان ما تجد أحد يشرب الدخان. То есть если, говорит, отец не курит, то, говорит, в большинстве случаев его дети тоже не курят.